Приветствую всех, с вами Холдем, и мы продолжаем проходить игру Доки Доки Плюс. Продолжаем проходить доп. Сюжет. Следующий сюжет у нас будет равновесие. Я надеюсь, вам будет слышно музыку нормально. Если что, пишите в комментариях с музыкой, все это я поправлю. Интересно будет посмотреть вообще, честно говоря, самый интересный для меня вот этот будет самый последний сюжет, так как взаимоотношения Юрия и Насуки самые интересные. Хотя и Моники, да блин, это, честно говоря, если говорить честно, не все интересные, но интереснее всего все-таки вот этот последний сюжетец. Но мы будем идти по порядку. Я запишу пару серий, и думаю, мы успеем закрыть полноценный сюжетец, вот этот вот одну строчку. Вот. Кое-что еще новое появилось. Новое сообщение. Или оно старое. Вот, честно говоря, не разберешься себе с этими фигнями. Не разберешься вот с этой почтой, потому что она... когда появляется, вот это вот было новое. Остальное дуб сюжет и персонажные несоответствия, хороших выходных, это все было, вот это еще что. Если я ошибся, уж извините, может быть, у меня память отшибла. 6 декабря 2019.06. Так, ладно, кто завел на Твиттере учетную запись для Моники? Мне кажется, это очень смешно, только бога ради не говорите Пауле, иначе будет 4.04 за миллисекунду. Биты вводятся вручную или генерируются через фильтр? Судя по содержимому твитов, там нет криков «Спасите, помогите». Я полагаю, их источником является симулятор контроля? Metaverse Entertainment Enterprises Solution. Айв Лестер, главный инженер. Типа, буквально разработчик говорит, что... этот, твиттер Моники ведется этой же корпорацией, блин. Ну, понятно, такие отчасти тоже хорошая версия. Вот. Честно говоря, очень интересно, что же все-таки будет дальше. Потому что Доки-Доки Плюс, конечно, хорошо, но очень интересно все-таки посмотреть, что за над чем работает Дэн Сальвато в данный момент. И хоррор-игрой. Ну, думаю, придется нам только ждать и глотать теории, которые, кажется, уже скоро вообще затихли, и никто вообще практически по оригинальной Доки-Доки ничего не делает. Да ладно. Ну а перед тем, как мы перейдем погружаться, будем опять в этот мир чизкейков, радости и счастья. Я думаю, многие, смотря видеоблогеров, хотят также связать свою жизнь с Ютубом в виде карьеры или как хобби. У вас уже есть и тематика, вы выбрали, которая вам нравится. У вас есть и уже более-менее очертания шапочки превьюшек и... логотипа, но нет прямых рук, как у меня, чтобы это сделать. Если у вас такая проблема присутствует, то вам прямая дорога на группу графического дизайнера Данилы Marond Graphics. До сих пор нормально не научился выговаривать. Marond Graphics. У него уже есть примеры своих работ, хорошие отзывы, среди которых есть ваш покорный слуга. Вот, именно благодаря нему он сделал нам новую шапочку и превьюшечку. В данный момент на его работы есть скидочки, так что это очень хороший шанс сейчас урвать себе и превьюшечки взять, и пакет YouTube. Я, кстати говоря, также планирую скоро обзавестись еще одним пакетом, так как кое-что я тоже планирую подготовить очень интересно, и помощь мне понадобится. Данила постарается сделать все максимально вам подходящее, именно выслушать вас и исполнить все ваши возможные требования, все ваши возможные просьбы. И, разумеется, поделиться своим именно мнением и своим взглядом на вашу превьюшку, на то, что вы видите. Вот, чтобы добиться максимально хорошего результата как и для вас, так и для зрителей. Если вас заинтересовало, и вы хотите поскорее отправиться в плавание по берегам, по морям Ютуба, то быстренько переходите в описание, копируйте ссылочку и вставляйте ее в поисковик. Или же переходите в комментарии, там будет комментарий с ссылочкой уже полностью рабочий. Ну а мы возвращаемся в Доки Доки Плюс. Ну что ж, погнали. Топ-сюжет равновесие. Погнали. О, сразу с действия. Нацуки. Сайори. Пока Нацуки мучается, расставляя на книжных полках томики с мангой,
Цери подкрадывается сзади и сжимает ее в объятиях. Как обычно. Чего? Привет. Привет. Литературный клуб стал настоящим клубом, когда в него вступила Нацуки. С ее приходом девчонок в клубе стало четверо. Сайори, Нацуки, Юри и Моника. Полноценная четверка. У каждой из учениц был свой день, когда они могли рассказать остальным о том, что они любят читать. Нацуки была первой. Она поделилась с остальными своей страстью к манге. Потом Сайори рассказала о своей любви к поэзии, а заодно о том, как она пишет сама. Моника, у которой было много увлечений, решила в свой день сосредоточиться на рассказах. И, наконец, Юри с небольшой помощью и ободрением Сайори поведала о фэнтези. Кстати говоря, Моника, кстати говоря, в некоторых модах она реально хороший рассказчик. Там есть, скажи, целый мод полноценный, где можно просто посидеть и послушать ее истории. Ну как послушать, почитать. Особенно ужасы. Первая неделя целиком ушла на знакомство, и Моника решила, что следующее стоит потратить на более тщательное изучение литературных пристрастий членов клуба. Сайори, которая уже прочитала немало фэнтезийных романов от Юри, теперь хочет погрузиться в мир манги Нацуки. «Сегодня я хочу почитать с тобой. Что мне лучше выбрать?» «Ну, это зависит от того, что тебе в целом нравится». В смысле, какие жанры? Романтика там, драма, комедия, мистика? Мне все нравится. Сайори протягивает руки, берет с полки случайный томик и рассматривает обложку. А почему на ней так мало одежды? Тебе это не понравится. Ой, я понял, что это за манга. Нацуки в панике выхватывает томик из рук Нацуки. Сайори, Нацуки. Из рук Сайори и ставит ее на полку подальше от глаз. Так, ладно. Раз уж у тебя нет предпочтений, начнем с того, во что проще въехать. Сюжет часто начинает раскручиваться. В томе на третьем. Подожди, как? Раскручиваться в томе третьем или четвертом. Но мне кажется, такое имеет смысл предлагать только тем, кто уже разобрался в манге. Я бы справилась. В конце концов, я же одолела книги Юри. Я не настолько жестокая. Хотя, круто, конечно, что у тебя хватило сил на ее книжки. Они же такие длинные. Честно сказать, обычно я порхаю, как калибри. Внимания ни на что не хватает. Но я люблю своих друзей и готова ради них на все. Ну ладно. Давай выберем что-нибудь такое, что по силам даже калибри. Я не говорила, что я калибри. Я сказала, что у меня внимание, как у нее. А или это был комплимент? Спасибо, ты такая милая. Блин, она правда калибри. Нет. Как это вообще пришло тебе в голову? И не называй меня так. Калибри? Милый. А почему? Мне не нравится. Вот и все. Вот и вся причина. Нацуки выдергивает с полки книгу и закрывает дверцу шкафа. Если тебе говорят прекрати, нужно прекратить. Жаль, что люди этого не понимают. Я извини, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть. Да не, это ты извини. Я не про тебя. Нацуки качает головой и подтягивает второй стул к своей парте. Я совсем про другое говорила. У меня и в мыслях не было на тебя злиться. Нацуки отводит глаза и бормочет. Ты, в общем, я вижу хорошее. Так что, короче, я не о тебе. Тем не менее, это был мне урок. Тем не менее, это... Так, или назад нельзя отмотать. Тем не менее, это был мне урок. Сайори тоже говорит очень мягко. Неожиданный комплимент немного выбил ее из колеи. Так, ну ладно. Вот тебе книга, можешь приступать, когда захочешь.
А о чем она? Ну, это типа комедия, романтическая, разумеется. Сэри читает название «Удача», второе имя «Любви». Это про девчонку, которая постоянно влюбляется в один и тот же типаж парней, но потом оказывается, что... В общем, сама прочтешь. Но только расскажи потом, что ты об этом думаешь. Я примерно представляю, с кем ты можешь там себя зашиперить. Будет смешно, если окажусь права. Блин. И шипы, манго. Прям бьет по таким вот любителям. Зашиперить? Это как? Это как? Это... Неважно, оставим это на потом. Просто расскажи, как прочтешь, что ты об этом думаешь. А, хорошо. Тогда я начну читать. Начну читать. А завтра мы можем пообсуждать поэзию, а? Ну, да, наверное. Но ты разве не хочешь сначала дочитать мангу? Хочу. Но что нам мешает делать это параллельно? В смысле, если, конечно, тебе нравятся стихи. Если нет, я не хочу тебя заставлять. Нет, я просто... Ладно, проехали. Подумаем об этом завтра. Встреча завершается. Нацуки с Юри уходит, и Моника заводит беседу с Сайори. Вижу, ты уговорила Нацуки поделиться с тобой своей мангой. Я хочу с ней подружиться. Она такая открытая и увлеченная. Я могла бы целый день ее слушать. Она такая я не знаю, только ей так нельзя говорить или вообще. Говорить что? Ничего, я уважаю чужие границы. Но Нацуки правда милая. Ох, ну вот, я это сказала. Ха-ха. А что в этом такого плохого? Не знаю. Но кое-что меня все-таки волнует. Знаешь, иногда мне кажется, что на самом деле я не очень ей нравлюсь. Бред какой-то. Почему ты так решила? Ну, как бы так. Всякие мелкие сигналы, знаешь. Например... Она здоровается со мной только после того, как я первый с ней поздороваюсь. И вообще у меня ощущение, что ей нравится со мной говорить только когда речь заходит о манге или других ее увлечениях. Она ведет себя как-то очень снисходительно. Например, когда я заговорила о поэзии. Да, но это не значит, что ты ей не нравишься. Скорее всего, она просто очень стеснительна. Никакую... Ладно. Никакую, наверное. Ха-ха-ха. Моя дурацкая голова накручивает ерунду на ровном месте. Любит она это делать. Ничего, ты главное постарайся не переживать. Все будет хорошо. Но в любом случае, ты можешь рассказать мне обо всех своих тревогах? Я всегда готова помочь. Ты просто супер. Сэри обнимает Монику. В общем, я буду стараться. Потому что я ее люблю и хочу с ней сблизиться. Так держать. Аня, фуф, я чуть не подумал, короткий. На следующую встречу клуба Сайори, как всегда, приходит последний. Ворвавшись в комнату, она замечает, что Нацуки сидит одна возле шкафа и читает, судя по всему, мангу. Не раздумывая, Сайори берет стул и плюхается рядом с Нацуки. Привет. Привет. Что читаешь? Можно я с тобой? Нацуки отодвигает книгу подальше от Сайори. Нельзя просто так взять и начать читать с середины. Там же спойлеры. Кроме того, как насчет книги, что я тебе вчера дала? Извини, мне просто было любопытно. Ага, все ясно. В общем, я целую вечность ждала выхода этого тома. И вчера он наконец-то вышел. Так что... Как здорово. Хорошо, не буду тебя отвлекать тогда.
а рядом посидеть можно? Конечно. Сайори устраивается рядом с Нацуки и достает чистый лист бумаги. Нацуки читает в полной тишине. Слышен только шелест переворачиваемых страниц. А со стороны Сайори тихое поскребывание ручки по бумаге. Время идет. Листок Сайори почти весь исписан. На полях красуются фигурки человечков. Нацуки глубоко вздыхает и закрывает книгу. Ну как, дочитала? Нет, не дошла до места, где можно сделать паузу. Голова ватная, нужен перерыв. Нацуки подтягивается. Тебе разве не скучно так сидеть? Нет, я писала. Ага, я просто увидела человечков, подумала, что тебе скучно. Нет, я их рисую, когда задумываюсь или жду прихода вдохновения. Я с ними даже подружиться успела. Блин. Ой, Сайори. Просто блин. Вот такое соревнование. Кто из них милее? Ну, честно, извинения к Нацуки, но не знаю, Сайори все равно кажется мне более милой. Не знаю почему. А вы в комментариях напишите голосование. Может, тут есть кто-то, может, в комментарии изобретут Сайори Фаги или Нацуки Фаги. Главное, чтобы у меня там не случилась атомная война. Вот это грустит, потому что любит звездное небо, но не может смотреть на него при всех, чтобы ее не посчитали психованной. А вот у этого проблемы со спиной, но врачи не могут понять, что именно не так. Ха-ха-ха, серьезно? Ты странная. Хочешь почитать стихотворение, над которым я работаю? Да, наверное. Сайори подталкивает листок в сторону Нацуки. Нацуки читает, хмурясь все сильнее. Она возвращает листок Сайори. Тебе не кажется диким вот так запросто делиться своими мыслями и чувствами? В смысле, твои стихи, они очень эмоциональны. Это плохо? Нет, просто наблюдение. Я считаю, что люди могут стать ближе друг к другу, если начнут выражать свои чувства. Но... Нацуки хочет возразить, но не может подобрать нужных слов. Это ведь скорее зависит от того, какие у тебя друзья, нет? Даже не знаю. Каждому свое, конечно. Но я лично еще не встречала никого, кому могла бы показать свои стихи. Ну, то есть, дело не в тебе. Это просто я вот так устроена и... Ты пишешь стихи? Ой. Ты не говорила. Я думала, ты прозу пишешь. Да, и ее тоже, но... Ты могла бы... В смысле, тебе никогда не хотелось ими поделиться? Я же сказала, что нет. Но... Мы можем поговорить о чем-нибудь другом. Мне очень жаль. Да ты тут ни при чем. Просто мне от этого не по себе. Ничего не могу с этим поделать. Все равно извини. Ничего страшного. Ладно, давай займемся чем-нибудь, что нас обоих порадует. Я, наверное, продолжу читать книгу, что ты мне дала, а то я пока как-то недалеко продвинулась. Ага. В следующие несколько дней Сайори начинает встречи клуба, приветствуя Нацуки с непоколебимым энтузиазмом. О, Нацуки! Нацуки! Привет, Нацуки! По завершению одной из встреч Моника, которая очень переживает за дружественную миссию Сайори, заводит беззаботную беседу с Нацуки. Круто, что ты находишь время общаться с Сайори. Ей так нравится читать с тобой мангу. Да. И тебе тоже нравится делиться с ней тем, что ты любишь, да? Ага,
Типа того. Что? Нацуки бросает взгляд через плечо, но больше ничего не говорит. Что ты хочешь сказать? Ничего. Я не обсуждаю людей у них за спиной. А... Нацуки умолкает, но вместо того, чтобы вернуться к своим делам, она мнется, словно все-таки хочет сказать что-то еще. Делиться своими чувствами нормально. Это не то же самое, что обсуждать людей за глаза. Наверное. Я просто терпеть не могу, когда кто-то за глаза обсуждает меня, так что сама так не делаю. Моника широко улыбается. Ты очень тактичная. Спасибо, наверное. Но я не то, чтобы... Мне ты можешь доверять. Какое-то время Нацуки молчит, все еще не решаясь продолжить. Просто я иногда чувствую, что не знаю. Вздыхаюсь. Я не привыкла, чтобы на меня сразу столько личного вываливали. Хотя мы только что познакомились. Ну, то есть, так-то с ней клево общаться, но... Она налетает, как ураган. Я не могу сразу же начать рассказывать о себе все человеку, с которым только что познакомилась. Это так не работает. Мне иногда нужно, просто отдышаться. Ох, а я и не понимала, что происходит. Ну да, с чего бы тебе понимать? Вроде ни с чего, но мне все равно неловко. Я знаю Сайори, так что могла бы догадаться. Моника чувствует вину за случившееся. Во многом из-за того, что она и сама поощряла Сайори. Да, она определенно должна была вести себя иначе. Но как бы... Ай, ладно. Тут такой очень тонкий лед. Конечно, Сайори такая прям открытая и двигается. Ураган это... Это не скрывается, но... Хочешь, я с ней поговорю? Нет, это не лучший вариант. Ладно, я могу... Не знаю, я могу отвлечь ее внимание каким-нибудь другим делом в клубе, например. Ни за что, это была бы манипуляция. И очень некрасивая. Да, извини, я что-то не подумала. Кроме того, что я тебе Кроме того, то, что я пожаловалась тебе... не означает, что я прошу решить за меня мою проблему. Угу. Прости меня. Я, кажется, на автомате начинаю решать чужие проблемы, хотя меня об этом никто и не просит. Ничего страшного. Я бы поговорила об этом с Сайори, но мне кажется, это все испортит. Боюсь, она тогда решит, что меня тяготит ее общество. Я не знаю, как сделать так, чтобы это вышло естественно. Мне кажется, если ты попытаешься объяснить ей свои чувства, она все прекрасно поймет. Сайори из кожи вон лезет, чтобы делать других счастливой. Думаю, она очень обрадуется, если узнает, что ты хочешь укрепить вашу дружбу. Наверное. Ох, это все так тупо, обсуждать с кем-то, как бы вам получше сдружиться. Это как-то дико и не круто. Моника пожимает плечами. У нас тут литературный клуб. Она сдавленно хихикает и бормочет. А не клуб крутышек. Эй! Ха-ха-ха, извини, меня это почему-то развеселило. Слушай, я понимаю, что тебе сейчас нелегко. И что ты не привыкла по-настоящему выражать себя. Но ты только что показала, что тебе свойственна саморефлексия и критическое мышление, даже если тебе самой так и не кажется. По-моему, это самое важное. Так что я верю, что ты справишься. Нацуки по привычке начинает отнекиваться, но у нее ничего не выходит. Спасибо. Нацуки заканчивает собирать вещи и, наконец, произносит. Но я все равно рада, что вступила в клуб. Хотя иногда бывает... Хотя иногда тут бывает дико.
Моника улыбается, но Нацуки разворачивается и уходит, не дождавшись ответа. Нацуки никогда раньше ничего подобного не говорила, но Моника поняла, что она имела в виду. И это вселяет уверенность, что все будет хорошо. О, отлично. Новый топ-сюжет. Следующая часть топ-сюжета, но я думаю, в следующей серии пройдем. Или сколько? О, прям в 25 минут уложились нормально, прям ровненько. Вот это красота. Радость. Ну что ж, в следующей части добьем до конца уже рефлексию, точнее равновесие. А рефлексия — это уже следующее. Надеюсь, вам понравилось. Приятно снова к вам вернуться. Поздравьте, все-таки наконец-таки вернулся. И я теперь могу вас продолжить радовать. Я наконец-то разобрался с этой чертовой работой. Окончательно пришлось потратить 2 дня полноценных, чтобы ее доделать окончательно, а не бегать из одного места в другое. Теперь я смогу хотя бы больше времени тратить на видеоролики. Ну что ж, заглядывайте в описание. Там будет ссылочка на мой Discord-сервер. И на группу More... Извиняюсь, что-то икота напала. Morant Graphics. Morant Graphics. Пишите комментарии, предлагайте игры, как другие люди. Именно это очень меня радует. И также мотивирует продолжать записывать видеоролики. Так же, как и подписки на канал. Кстати говоря, не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик. А то из подписанных... люди с подпиской смотрят нас только 45%. Точнее, 55% человек смотрят с подпиской, все остальные без. Вам этого ничего не стоит, а мне приятно и мотивирует. Увидимся в следующих частях. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!